Всем привет, с вами я. Сегодня будет видеообзор на всю мою коллекцию Лего Человек-паук. Давайте начнем, не хочу задерживать видео. Первая мини-фигурка — это у нас Человек-паук. Человек-паук у нас вот такой вот. Голова вот такая вот. Слишком пропечатанная. Ну, у нее паутина, как всегда. Пропечатано вот паук. Сзади тоже вот такой вот большой толстый паук. Еще панельчик. Какие-то мускулы. Я вам показываю тонерки. Ничего особенного в нем нет такого интересного. Дальше его напарник или друг — Железный Человек. Ну, хотя это по фильму, но я решил сделать помоечку. У него также у Железного Человека есть второе лицо. Вот такое вот. Это костюм. Кажется, его называют. Ну, не знаю, как его называют. Ну, под его маской становится Тони Старк. Вот такая вот борода, ухмылка. Как на сзади у него смешнее ухмылка. Такие вот всякие провода у него тут. Блялка. В ногах тоже, блин, это я тут нету. Ну, плохо видно, потому что сейчас утро еще. Я дома. Опять снимаю. Чей так? Живи на первом этаже. Это не принцип моего рождения. Там мне еще что поковает иногда. Ну, такая вот у него еще тут какая-то штука. Ну, будем считать. Поставим их сразу. Сейчас я буду делать видео на всю коллекцию Бэтменов. Ну, так за прочим Звездных воинов. Так будет на каждом видео. О, ну дальше последний герой — это Ник Фьюри. Ник Фьюри — это у нас, ну, для меня он... Вот такой вот, короче, Ник Фьюри. У него один глаз, как вы видите. Один глаз, вот такой глаз. Один, очень. Помощник у него был вот тут вот закрыт глаз, а так у него тут... Вы хоть определите, чисто где ему глаз закрывать. Костюм. Ну, больше мне Человек-паук нравится. Как видите, это у меня коллекционный просто. Вот такой вот. Ну, Ник Фьюри лучше. Лучше всех. Был в мультике. Мультики он лучше. И дальше компания злодеев. И злодеев у меня два их. Ну, начнем, пожалуй, с доктора Осьминога. Вот доктор Осьминог у меня коллекционный, да. Коллекционный осьминог. К примеру, это не при том, что я делаю видео, а при том, что он у меня коллекционный. У него такие вот волосы, как у Ллойда. У него это нет с волосами. Обычно он. У него также и щупальца снимаются. И вот щупальца типа оторвал такой пук. Вот такой вот. Я скоро вернусь за вами. О боже, мама дорогая, я бы
Если бы увидел, то я сразу бы позвонил Человеку-пауку. Сразу бы позвонил Человеку-пауку. У него, кстати, руки золотые, перчатки. Фигурка лучше. Ну и последняя мини-фигурка, это у нас Веном. Вот Веном, это моя любимая фигурка. У меня хотя из мультика все и фильмов. Фильмов, конечно, все любимые. Да только кроме... Кроме только этого. Кроме мерзости. Все любимые, кроме мерзости. Это злодей Халк. Вот у него такой большой пропач. Сейчас сфокусируюсь линком. Ну и голова у него вот такая. Чёрт. Ну, видео будут пополняться, и я буду делать их больше мне. Чтобы у меня их было больше. А знаете? И самый вот такой вот. Давайте я сейчас всех вам покажу. Ставлю точнее. И вы посмотрите на них. С первого взгляда. Оцените их в комментариях. Мне. Напишите мне в комментариях. Кто вам понравился больше всех. Ну и какая серия. Да, у меня только есть из серии Лего Ниндзяго, Звездные войны, Человек-паук и вот Бэтмен. Значит, Бэтмен и вот Человек-паук. Это вся коллекция, как бы. Ну и еще и Черепашек-ниндзя. Черепашек-ниндзя у меня мало. У них два больших. Тараф и Дон. Остальные Микеланджело, Леонардо, они у меня маленькие все. Да, и, конечно, за Симпсоны первая, вторая серия, история игрушек. Да вся коллекция, как бы, ну, за историю игрушек у меня двое Симпсонов, у меня побольше, 9. Короче, еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки, большой под сверх, и пишите мне разные комментарии. У меня, конечно, за еще будут видео на киндер-сюрпризы всякие. Ну, на какие-нибудь там наборы. Лего. Ну, Лего. Это лучший случай. Хочу написать в комментариях, какие еще, какие-нибудь разные, какие хотите. Только из которых я сказал, у меня больше никаких нет. Только помимо Черепашек-ниндзя, и этих историй игрушек, да. Помимо них, да. А, и Лего мультик, и Лего фильм. Ну, я просмотрю потом, перед следующим видео. Они просто поехали в магазин, и мне привезут киндер-сюрпризы. 1 или 2, и я сделаю на них обзор, и как раз перед этим видео посчитаю их. Короче, все, всем пока! Ждите новых, и пишите в комментариях, что еще сделать. Всем пока. О которых я сказал. Всем пока!